В Белгороде проходит муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года». Накануне педагоги со стажем демонстрировали свой опыт. На одном из открытых уроков в 32-м лицее побывала и наша съемочная группа. Репортаж Михаила Перетокина. Тепловые двигатели и его разновидность. Запишите, пожалуйста, в ваших маршрутных листах тему нашего сегодняшнего урока. Как увлечь этой темой, знает учитель физики 19-й Белгородской школы Олег Картавцев. Чтобы заинтересовать детей, он предлагает нестандартный метод. Каждый ученик получает возможность ненадолго почувствовать себя видеоблогером, поработать в коллективе. Кроме того, Олег Геннадьевич использует технологию интерактивного тестирования. Она позволяет оценить ответы всех учеников и упростить сбор статистики. Современные ученики мобильные. Как видите, они лучше владеют даже техникой компьютерной, гаджетами, чем мы, учителя. Я стараюсь этот интерес привлечь, поставить на пользу, на службу, уроку. В конкурсе профессионального мастерства Олег Картавцев участвует уже во второй раз. Однако это только добавляет волнения, признается преподаватель. По регламенту смотра тему занятия Олегу Геннадьевичу сообщили за день до урока, поэтому времени на подготовку было немного. Но это не помешало опытному учителю справиться с задачей. Мне понравилась работа в команде, потому что мы все работали как один сплоченный коллектив, неважно, кто с кем дружил до этого, мы все вместе работали, все друг друга поддерживали. Учитель сразу же расположил к себе, было очень интересно, рассказывал материал понятно. Мне сегодня очень сильно понравилось делать видео, это было для меня очень необычно, неожиданно. Жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года» представляют учителя практики, заместители директоров и работники научно-методического информационного центра Белгорода. Среди них участники и победители конкурса профессионального мастерства прошлых лет. Главный критерий оценки – это умение вовлечь детей в активную деятельность. Очень важно, чтобы ребята получили не только предметные знания, но и универсальные учебные действия. Умение общаться друг с другом, умение находить оптимальные способы решения, извлекать информацию из разных видов источников. Муниципальный этап конкурса «Учитель года» продлится до февраля 2019 года. Его победитель будет защищать честь города на уровне региона. Михаил Перетокин, Дмитрий Ерема, к этому часу, Белгород.